Омские стрелки рассказали о своих международных успехах на пресс-конференции в Доме журналиста. Две омские спортсменки, заслуженный мастер спорта Виталина Бацарашкина и талантливая юниорка Екатерина Чеканова, завоевали 6 медалей на чемпионате Европы в Хорватии. Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина выиграла сразу 4 награды. Золото в миксте, в стрельбе с 10 метров, 2 серебра и бронзу. Все они одинаково для меня дороги. Ну, может быть, личные медали. Ну, как бы, ты же сам работал, не в команде, и поэтому может сложиться такое впечатление, что вот как-то ты больше вложил и больше, ну, такое ощущение, что больше получил. Ну, может быть, они более такие дорогие для сердца. Свое мнение высказала тренер наших спортсменок Наталья Кудрина. По ее словам, уровень соперничества в главном турнире Европы возрос. Вместе с ним повысился и эмоциональный фон. Важно собраться, важно не гнаться за тем, чтобы обстрелять кого-то. Тут главная борьба с самим собой. Если ты себя преодолел, у тебя будет все хорошо. То есть результат – это следствие твоей работы. Если ты все сделал, не отвлекаясь на вот эти все эмоциональные вещи, значит, все будет хорошо. Екатерина Чеканова отличилась в командных состязаниях юниорок вместе с Альбиной Бевс и Дарьей Литау. Они одержали победу в упорном противостоянии с командой Украины. Также Амичка выиграла золото гран-при в миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров. Наша команда не старалась как-то бежать за очками, за попаданиями. Мы старались сделать все-таки работу. И там уже это нам помогло. Прогресс омских стрелков отметил заместитель министра спорта нашего региона Иван Колесник. По его мнению, эти успехи во многом связаны с преемственностью поколений. Это прослеживается уже несколько поколений, и это приятно. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. И у нас уже следующие Олимпийские игры. Мы будем также собираться, и уже более молодые спортсмены, которые сейчас юниоры, будут претендовать на попадание в сборную команду. Впереди у Виталины Бацарашкиной подготовка к Олимпиаде в Токио. Спортсменка будет тренироваться и выступать и в России, и за рубежом.